Куда ты бегал? На углу заметил вывеску автосервиса и позвонил туда. Сейчас пришлют механика. Уже поздно. Может, мне поймать тебе такси? Мы как раз недалеко от твоего дома. Правда? Сейчас придет механик? А, вон он идет. Можешь завести, брат. Не заводится. Хорошо. Ты открой капот, я сам посмотрю. Ага. Открыл. Ты что-то уронила? Моя заколка. Я, наверное, пойду. Жаль, что я заставил тебя ждать. Я вызову для тебя такси. Нет, я пойду пешком. Но на улице дождь. Я люблю гулять под дождем. Ладно, до встречи. До встречи. Ничего не получается, брат. По-моему, тебе надо отвезти машину в мастерскую. Надо же, как назло. Слушаю вас. Я скоро приеду. Брат, я оставлю машину у тебя. Ты посмотри, что там да как. Я потом заберу. Ты хотя бы мой номер запиши. Сопляк. Реза, ради бога, давай спросим у нее, не поднимай шума. Я думаю, что этому есть объяснение. Если она не позвонила, значит, на то есть причины. Ладно, ладно, я молчу. Добрый вечер. Как будто небо прорвало. Дождь льет, как из ведра. Мама, я тут все намочила. Не переживай, я сейчас все вытру. Да это мне. Риза! Что, папа? Телефон дай сюда. Папа, я вернула телефон обратно Джансу. Бессовестно. Риза! Риза! Омер, сынок, иди в комнату. Омер! Да.
Переходочка, почему ты мне не сказала? А? Почему ты не призналась мне, что обманула нас? Если бы сразу призналась, не было бы этого шума. Почему ты не сказала? Почему ты не призналась своей матери? Почему, Фериха? Фериха, скажи мне, где ты взяла этот проклятый телефон? Признайся! Говори, дочка! Ах, дочка! Как я смогу тебе помочь, если ты молчишь? Признайся мне, я ведь твоя мать. Я защищу тебя, Фериха. Прокляла бы его за рукоприкладство. Но понимаю. И ему больно, он ведь твой отец. Он же никогда не поднимал на тебя руку. А вот твой дедушка, мой отец, очень часто избивал меня в детстве. До синяков избивал. Я избавилась от этого только после того, как вышла замуж. Но чего я только не натерпелась от него, одному Богу известно. Не плачь. Не плачь, милая. Все забудется. Высохнут слезы, и все пройдет. Ах, где же ты могла найти этот проклятый телефон? Где ты его взяла? Где ты его взяла? Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.